Ассаламу алейкум, уважаемые братья киргизы. Вчера убили наших братьев. И сегодня убили еще одного нашего брата. А мы молчим. Не потому, что боимся, а потому, что уважаем вас, наших старейшин, государства. Мы можем 10 раз больше этого делать, крови. И, конечно, в ответ вы тоже. И вот так начнется война. Да. Братья киргизы, спросите у своих устазов, ученых и любого. В истории никогда не было между Таджикистаном и Киргизистаном из-за кусок земли, из-за чего-то ссора или чего-то. В истории. Спросите. А мы сегодня из-за куска земли убиваем друг друга. Эта земля не остается вам, ни той, ни другой, ни нам. А мы наоборот. К земле. Вы в мазхабе Абу Ханифа, имам Азан. Вы также уважаете имам Бухари. И также Абу Али ибн Сино и далее всех наших отцов и дедов. Вы уважаете их. Мы их сыновья. И нас тоже уважайте. Как и мы уважаем вас. И сыновья великого Манаса тут же были в сторону матери таджики. Братья, в мире есть 2 силы, не забудьте. Меч и ума. И в большинстве всегда побеждает ума мечу. Мы для других азиаты, Средняя Азия, мы одна семья. И когда у нас в семье ссор, мы не можем нормально жить. И в конце я одно вам хочу сказать. Вы сейчас сидите возле своих родителей, сыновей, жен. А тех, которые убили, кто-то кричит: отец, папа. А кто-то муж, кто-то брат. Кто-то сын. Это представить невозможно. Потому что ваши сыновья, ваши отцы, все рядом. Пусть наша дружба и будет до конца. Для понимающей точка достаточно, а для непонимающей, как свечи возле слепого. Удачи вам и мир. Я много чего хотел сказать. Из-за того, что я не очень-то понимаю на русском и говорить, и объяснить. Поэтому коротко.